Обзор Guitar Hero от Макса. Иди. Там так не отвлекали. Король. Пацан, ты на публику. Вот она, восходящая звезда. Хорош, тащи. У тебя будет самый много просмотров, пацан. Самый лучший обзорчик. Гейм-тестер. Скажи свое мнение. Иди. Да не отвлекай меня! Извини. Сейчас будет. Смотрим. Нет. Просрала. Сейчас будет. Вот. Ну это понятно, что-то похоже. Курт Кобейн просто... Не знаю, что сказать. Да блин, зажимаю. Ну, да. Вот это я умею. Пацан, ты в одну попадёшь? Что ты за гитарист такой? Не, ну другую песню. Я люблю вот это. Сейчас, подожди. Рестарт, опции, new song. Вот она еще. Где моя любимая? Где ты профи? Слава. Кирилли. Все, пошли. Это на был full speed, чувак. И, а ну, это сингл от Макса. Он просто профи в своем деле. Руками надо играть. Ну, он просто профи в этом треке. Ну, не совсем. Да. А чё так? Ого. Иди в жопу. Я не могу так играть. О, блядь. Ох ты ж... Ты уже 3 минуты обзора я написал. А что? Ну давай! Не складывается. Сейчас мне пальцы надо настроить. Идиот. Пацан, ты попадешь куда-нибудь? Сейчас. Вот. Вот это я умею. И все. И то не дожал. Это да, Тики Изи, да? А? Вот здесь вообще месиво. Я заметил. Вообще месиво нереально. Короче, я сайт захотел, вот тут был обзор от Макса. Он тестит новую игру. Для себя. Да ё! Сейчас будет. Правда, он вообще не профи. Вот последний шанс ему даем. Ну, все понятно. А ты отстой, публика тебя не любит.